И всем привет, с вами я, Александр Навасов. В данном видеоролике сегодня играю с основного аккаунта. И сегодня я вам покажу, как надо вообще играть в Counter-Strike Global Offensive в напарнике. Мы с ним играем на Inferno. Я покажу вам свои скины. Ну, в основном у меня только вот эти вот красивые скины. Но это не важно, так как мы сегодня играем, как я сказал уже, в твою мать. Окей, ладно. Так, берем императрицу. Это как бы второй раунд, наверное, так сказать. Ладно. Берем нашу императрицу. Это пустынный повстанец. На втором аккаунте вы видели его. И мы идем. Я иду. Ребят, если тебе интересно, то обязательно подписывайся на канал. Так, а я уже иду сюда. Так. Заходим. Тихо. В яме никого нет. Получается, он в доме. Убили. Прикольно. Так, я не знаю, там что-то происходит. По-моему. А, граната. Плантим бомбу. Ой-ой-ой, там меня уже убивают, по-моему. Еще есть, что ли? Что делаешь-то? Ты что? Ты что дефьюзишься? Эй! Что, издеваешься? Ладно. Давайте берем наши скины. Погнали. Так, тихо. Тихо. Надеюсь, они не здесь сидят где-то. А в доме. Попал. Второй там сейчас? По-моему, да. По-моему, в доме. Нет? Окей. Run. Да. Все, взорвали. Прям в ноль сейчас, до восьмого раунда выиграем. Так, дальше. Значит, что тут дальше будет, сейчас скажу. Так, камеру сюда настрою. Так. Сразу выбегаем, уже шестой раунд получается. Давайте, погнали. Ты что творишь-то, алло? Это так не делается, твою мать. Его уже завалили, алло. Что такое? А где он? Так, я должен выиграть. Вообще, изи, изи. Все, изи. Ну и давайте последний раунд сейчас, и мы переходим за команду КТ. За КТшников, я думаю, там попроще немного будет. Эй, нуб, как тебе игра? Ладно. Не попал. Сто этих. Давай, выходи. Раз. И второй там же? А, там граната, по-моему. Второй там же. Стоп, где ты? Давай, выходи. Я тебя сейчас все равно убью. Ты что?
Вы что думаете, я его не убью со своим драгонлором? Или что? Да вообще на изи сейчас. Он опять туда зашел. Это что за херня? Давай, мочи его, мочи, мочи. Сейчас там вообще на изи сейчас. Хоп! Все, мы выиграли. Это вообще изи было. Итак, так. Закупаемся. Тихо. Минус один. Нет, его тут нету. Ладно. Сейчас его найду я где-нибудь. А где он может быть? Даже не знаю. Сейчас найду где-нибудь. Вот он стоит, нет? Нет. За бомбой-то все равно ему приходить надо. Будет. А, он здесь, понятно.